Здоровье за 3 минуты. Смотри, я обычно говорю то, что я сейчас поделюсь уникальной информацией, которая, применяя ее, вы можете сделать так, чтобы забыть огромное количество проблем со своим телом, сделать так, чтобы сэкономить нервы, силы и деньги себе и своим близким. Информация называется «Концепция здоровья». И суть ее заключается в том, что человек будет чувствовать и выглядеть великолепно только в двух случаях. Если все в организме его будет поступать все необходимое, а выделяться будет все ненужное. Чтобы понять, что необходимо и что не нужно, нужно просто понять, из чего состоит человек. Человек состоит из триллионов клеток. Эти клетки объединяются в ткани. Эти ткани объединяются в органы. Их 70. Из этих 70 органов состоит 12 систем тела человека. И если на 70 органов врачи нашли 26 тысяч диагнозов и выписывают 320 тысяч лекарств, то у клетки существует всего 3 проблемы, которые, если мы исключим, исключится 26 тысяч диагнозов. И они решаются не лекарствами, а той едой и той водой, которая ежедневно поступает в наше тело. Даже если есть проблемы с органами, ничего страшного, у нас каждые 3 года происходит, будет клеточная регенерация, и каждые 3 года у нас будут с вами новые органы. А через 7 лет даже будут новые кости. Вопрос, какого качества они будут? Лучше или хуже, зависит от качества еды и воды, которая поступала к нам в течение всего этого времени. Клетка и из еды должна получать 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов и 3 полиненасыщенные жирные кислоты. Это все должно быть в обычной еде, но так как этого ничего уже практически нет, приходится изгаляться. Сейчас появляется питание нового поколения, называется Smart Food. Умная еда для умных людей. Все это питание может попасть в клетку только единственным способом, это с водой, из которой человек состоит примерно на 70%. Нужно пить воду, так называемую биодоступную, потому что качество воды с каждым разом становится все хуже и хуже. И, соответственно, нужно сделать так, чтобы она не отнимала у нас энергии и силы, потому что в среднем человек рассчитан на то, чтобы жить 120 лет, а живет 60-70 только лишь потому, что уходит колоссальное количество энергии на переваривание и усвоение неправильной нам воды. Вот. Поэтому есть продукт, который может сделать эту воду живой, поменять у нее главный параметр – это структура, потому что любая вода – это информационный носитель. Поменять ее окислительно-восстановительный потенциал – это определяет, живая или мертвая вода. Сейчас вся вода практически мертвая, можно сделать воду живой. И третий параметр – кислотно-щелочной баланс. Просто скажу, что все в нашем организме имеет среду примерно 7,4-7,5. Нужно употреблять воду с таким же содержанием pH. Обычная вода имеет pH в районе 6. Вот. Мало того, чтобы все питание с водой усвоилось, у нас должно быть чистое человеческое тело. Чистым должен быть первый желудочно-кишечный тракт. Рисуешь примером раковину на кухне. Приводишь пример с кишками. Вот. Я говорю то, что в 9-15 метрах кишок таится примерно 7 килограммов залежей. Чтобы это раньше все выгребать, в любой религии мира были посты. Пост расшифровывается полная очистка собственного тела. Раньше на это уходило 256 дней постов. Я нашел способ, как это делать за 14 дней. Выгребать желудочно-кишечный тракт. Второе должно быть чистое от агрессии бактерий, вирусов, грибов и простейших паразитов, проще говоря, глисты. Они живут в нашем теле, питаются самым полезным. Если мы даже самое полезное начнем себе давать, не пройдя противопаразитарную программу, они начинают первыми кушать это. Именно поэтому есть такая поговорка «замори червячка». Мало того, но очень многим людям сложно сидеть на диете, потому что они вырабатывают специальные ферменты, чтобы мы хотели есть всякую дрянь. И третье, что мы чистим, это лимфатическая система. Это канализация клеток нашего тела, определяется по запаху пота. Раньше, чтобы ее прогонять, всем в деревнях строили сначала бани и парились до седьмого пота, до тех пор, пока вкус пота не переставал быть соленым. Вот эти все очистки, нужно делать 2 раза в год. После этого кормить себя и поить каждый божий день. И я нашел для себя место, оно называется Международный коралловый клуб, который работает с 98 года, где есть все продукты, чтобы следовать этой физиологии. Просто, легко, быстро. Не нужно заморачиваться по этому поводу. Есть то, чем накормить себя, сделать живую воду и почиститься. Показываю результаты по продукту, задаю ключевые вопросы. Как скажите, информация ценная? Да, ценная. Вам программу расписать? Да, распишите. Когда встречаемся на складе? Все.